Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 24 мая, и я пришла для того, чтобы сделать вторую подвязку моим томатам, которые я выращиваю, ну, как ранний посев для получения раннего урожая. Вот видите, они все разрослись, уже начали вот так вот выпадать сюда на дорожку. Вот мне сейчас надо вот эти вот все кустики взять, вот сюда подвязать еще на раз. И нижние листья обрезать, которые на стволе. Потому что обрезаем обязательно. Вот видите, это сорт Настенька. У него толстые такие, мясистые, здоровые листья. Представляете, сколько растению нужно сил, чтобы обеспечить все эти листья питанием. Я вот тут одну уже обрезала. Я до первой кисти эти листья все удаляю. Оставляю пенечек 2 сантиметра, а их все обрезаю. Потому что они нам уже не нужны, они свою роль выполнили. Вот эти, которые валяются на полу, я сейчас вот так обрежу и вот так привяжу. Это будет, во-первых, дополнительное проветривание. Если вот так будет загущено, все листья будут висеть, тут ни ветерок, ничего не проходит. Это еще одна причина возникновения фитофтороза, не проветривание. Во-первых, будет дополнительное освещение. Солнечный свет будет проходить свободно, смотрите, или вот такой вот стволик, аккуратно их и опрыскивать так удобно, или вот это вот заросли у меня. Те листья, которые очень длинные, но высоко, не низко они, я их наполовинку вот так укорачиваю, видите? Это уже будет помощь растению. Вот так вот я сейчас обрежу, вот так подвяжу второй раз. И это способствует тому, что вот эта первая кисть начнет быстрее наливаться и быстрее созреет. Эти нижние листья нам уже ни к чему, потому что их выращивать и выкармливать не стоит. Они нам не нужны. Сейчас все-все обрежу, вот здесь привяжу. Вот так будет аккуратненько выглядеть моя помидорка. У меня помидоры сейчас большие, но некоторые только собираются их высаживать. Вот это видео на будущее. Когда у вас вот так разрастутся помидоры, вот так будут масса такая большая, и цвести будут, и листья давать. Листья лишние убирайте. Мы нацелены только на цветы, на выращивание плодов. Лишние листья отрежем, быстрее цветы завяжутся, быстрее образуется плод. Как я высаживала, что я добавляла в лунки, все я снимала, все у меня есть на странице и на моем канале на YouTube. Заходите на страницу.